lieber Freund, ich habe, я вам расскажу краткую историю. Звонит мне в 15-м году вот этот человек и говорит, вы будете в Праге? Мы говорим, да, в Праге будем. А можешь привезти каких-то своих патчей украинских? Я говорю, конечно могу, я ложу трубку, а ничего нету. Я начинаю, я за два дня делаю первый украинский патч, но он раритетный. Ну его нет, они есть у Тома в коллекции. Да. И мы встречаемся с этими людьми в Праге, и с этого дня начинается наше знакомство с европейскими фанами. Благодаря вот этим двум людям, которые пришли, еще Лиза была. Лиза, лобисту. Лиза! 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 Значит, да. Значит, смотрите, вот с этого человека, вот с этих двух человеков началось наше знакомство с европейским фан-клубом.